Лут кому-то нужен какой-то плюс. Да нет, твоей... выкинь ее нахуй. Все. Ну-ка, тихо, я это, подождите 5 секунд. Че, 5 танков? Ага. И ты что, с ума сошла? Я на ханта захожу, мне похуй. А, ну так, так согласен. 5 танков, 10 секунд. Вить, блин, че, не в курсе, что ли? По одному на пилон? Заходи. Юху! Так, а это... Так, просто, что, кому эту хуйню отдадим? Какую? По приору, получается? Шквала? Лутать наперед, а потом кто-то сказал, да, что нельзя, если у тебя, ну, квест уже не сделан... Так, то погоди, есть, ну, секунду. То ты его не никого пал... не принимать в пати. Вышли. Пока не будет начисления. Бля, меня тут Рога сапнул. Так можно сделать себе альянс, а не ренегата. Вот. И еще одно. Ведь ну, ты же не начислял. Да? Ты на Вайшу не начислял. Все. Блять. Я, сори, я не пойду, меня хиджал попросили по РЛ тут зайти. Нихуя себе. Давайте. Своевременно. Как-то у нас это РТ, если что, нахуй. О, а что, блядь, все, ЦЛК это не РТ, мужики, вы что, блядь, пьяны? 5. Так, ну короче, вот эти все офнутые, я так понимаю, это все, да? Ну я на нормального хила захожу, а не 280-го бомжа. Короче, ладно. Ну, как бы рестер в Т6 получше будет, чем эта хрень на плесте. Сука, Рела, дай, блять! Да что ты, сука, хочешь? Рела? Да блять, потому что у тебя на плесте КД. А, ладно. Это. Выйдите из стрелка, пожалуйста, кто зашел. Не в хила, да? Мартер, здесь ассист? Да я вот не помню, у нас Горис минус. Дай мне ассист. Топугов сейчас доберем. Да нахуй мы так убьем, бля. Да чё ты перемещаешь? Кик. Это кик. Мартер, ассист есть? Выйдите, пожалуйста, из стрелка, ребят. Выйдите из стрелка, кто в нем? Короче, надо репать просто, это пизда. Я не услышу, есть ассист? Нет. Вон там много цифр в ЛФГ, доберите шаману. Ну, тогда репати делаем еще. Ты, может, на престол зайдешь, Киря? Нет, собирай. Я не пойду престолом туда. Там и клиф нужен, и все. Так, я тебе ассист дам. На, добирай всех. Блять, вот ты пиздец. Я отвечаю. Я тоже собираю, чё ты нахуй? Да всем дайте пати, это как... Ну нет у меня ассиста. Нету рейда, блять. У тебя есть ассист, нахуй, есть рейд. О. Что там, пати дадут? Пиво, дай пати. Да я даю всем пати. Красавчик. Да, ну все, я уже в группе. Да я спамлю во всех подряд, ты мне понял. А. Отбегу минутки на две, ребят. Дай ассиста, пожалуйста, я этого возьму. Чё? Чё, заходить можно? Хила. Сейчас, а, на хила. Мне кажется, можно успеть. Прийти, посмотреть, короче, на утюга в хардмоде. Подумать крепкую. Бля, что за хуйня, блядь, РТ нахуй катали, а поливали. Мне кажется, бардак нам. Эти ассисты. Ну, ЕП не хотят, видимо, у них проблемы. А будет фулл ЦЛК или только Джайна? Ну что, только Джайна. Тактику. Это там, тебе. Вот это макрос надо, щит света, да? Да там, угу. Идея, кнопочка должна работать у всех, но... Не, ну, у меня, если макрос, у тебя ничто, не, никакой аддон не стоит, который видоизменяет стандартные панели, то макрос в принципе не нужен. Ну, у меня стоит бартендер, но у меня всегда кнопка работает. Ну, я когда-то была на Джайне, у меня макрос сохранился. Чит света. Настя, ты локнул, по-моему, была? Свет. Возьму хила. Да. Шафрана. О, нормально. Мне получается в ретрике, да? А что, дерби онлайн, может, вот подаем?
чат напиши. Кстати, рус, а не рис. Помнишь, Киря, меточки все, да? Ну, относительно. Ну вот, смотри, вот туда первую. А, я же сам не видел. Сейчас шафран придет, он отошел. Возьму его. А, я не умею, сам. Короче, ставить, нахуй придешь, там поставить. Так, это что, это весь рейд у нас? Еще, сейчас шафран зайдет, шамана хим. Ну я понимаю. Войд еще зайдет. Войда я вижу. Ну и все, одного не хватает только. Ну да. Лок. Да хуй знает, блядь. Просто давай наверх пиздуй, я тебе меточки покажу, где я пойду покурю. Иду, я только лечу. Возле портала я приблизительно помню там, где встать. Ну их три возле портала получается, нахуй. По зубьям. Ну почему, у тебя получается четыре на зубах, две на портале. Ну задние выносить эти глыбы. Ну сейчас это вспомню. На зубах там получается через одну, короче, метки. Сейчас поставим. Пожалуйста. Так что, осколок можно лутать или нет? У кого нет квеста. Сейчас посмотрим. Ну вот и проверим, что. Как говорит Махато, как говорит мой друг Патрол Гранатом, скрытие пока. Твой. Осколок-то нельзя лутать без квеста. Че? Тогда можно было кору ХМ, типа. По квестам пройтись заодно. В 20 году они с 10 хм выпадали. Жестко. Да, типа, можно было через мастер лут себе квестовые шмотки выдавать. Да. Квеста у тебя нету, да? А, нет, ну так у тебя-то есть уже типа общий, понял? Где это на самом старте? Осколки и осколок. Не, да, ну у тебя-то вообще квест есть. Там, может, кто-то хочет залутать, у кого вообще квеста нету. Не, я типа, если никого нет, у меня тоже на 50 осколков. Мартиросян, пати дай. Да, так. Мы полностью все в ноль. Ну, блин, я знаю, ну вся. Как ты вина можешь закинуть, так смысл какой? Поделись, с кем ты хочешь играть, а то у танков до хера получается, блядь. Кучу твинов гильдия не будет одевать, это я сразу говорю. Как твина, я тебе говорю, ты можешь закинуть. Твина полностью надо, чтобы прописали. Когда закидывать бомб.
А какая у тебя альтернатива? Чашка и воля. Конечно, идет. Ладно. Так, а у нас ДЦ вообще будет? Или не будет? При стане, не справимся. Да? Стамина. Ну, у нас барабаны дерби, есть. Кстати. Так, это вот это норм хил, да, типа? Шаман. Да, да. Ну, он, мягко говоря, а зачем ты с того идешь? А, тогда сорян, сейчас кикну. Ты заходи уже, Навара. Сейчас. Дам гильдию, заходи. Ты пока сколько не хватает человека? Одного. Одного ДЦ. Желательно приста для бафа. Так, короче, распределяемся. Сатирус в квадрате. И тут стоит... Сейчас встану я. Встанет Имминент, Кейт, не, магов много, тут не надо, встанет тут чисто Имминент. Так, я, Сатирус, Имминент и Винстон, квадрат, череп, слушайте, запоминайте, трусы стоит, ачивка, Кейт, тексте, так, кто там еще из РДД остался? Так, ну можно миликов сюда уже назначить, если что, выбегать. Бля, на второй фазе, пожалуйста, ребята, очень пожалуйста, нахуй, делайте. Давай, чтобы да, все милики... Смотреть. Чтобы все милики на второй фазе закрывали ебаные эти метеориты. Короче, что... Бьорн смотрит со стороны трусов. Вместе с Войдом. О боже, Явар и Редвар смотрит со стороны Рамба. Так, Авром, кто у нас хил пойдет? Ачивка я тебя называл. Ты меня никуда не ставил. Давай ты сюда тогда, Авром, да. РДД. Бля, у нас РДД маловато. А, ну Дербич сюда встанет, Авром. Так, разойдитесь все, кого называл. Встаньте по меткам, чтобы я посмотрел. Кто не в метках, встаньте в центр, кого я не назвал. Ребят, свободные танки на второй фазе соло можно закрывать, если что, если видеть, что танк встал, можно закрывать. Так, по хилам еще раз. Квадрат Сатирус, Цитаэль, Череп, Трусы, Ачива, Ромб, Бертразен какой-то. Вот. Камушка. Можешь тоже в квадрат встать тогда. А какой пол? Верхний ярус в середину. Ну, вторую фазу я сейчас называю. Так, я на трибут побыстренько. Так, в ромб Дербич придет. Ну, вроде плюс-минус нормально, да? Череп, это чё? Три человека, да? В
короче, танки со стороны черепа там тоже смотреть. А камушка, ты сказал, с кем-то в квадрате, да? Это вторая фаза встать. Так, чё по танкам у нас? Ты один, блядь? Пиво. Сейчас здесь бутыль. Почему? У нас же было трое. Ну, было, это было. Войт танк. Ну, получается так. Два танка нам тут хватит? По идее, три. Не, Войда не хватит. Где три, один блядь? На боссе, один на большом мобе, другой на трэше, блядь. Да, где-то и Тёрс может закрывать третий. Да, но только фишка в том, чтобы маленький там трэш прям не танчили, а чисто это кайтили, потому что за каждую тычку эти мобы, они там стаки вешают. Не знаю, и да. Там просто будет... Да не, тут с АУЕ проблем-то нет, тут вообще похуй на это. Ну, а так, по сути, ну, что за кривые метки? Маленьких там чисто. Что это вот за крест и луна, блядь? Это чтобы в ебучку получать. Я шрифт. Ему говорил нахуй. Кирь, вот здесь, на контуре портала. Разве? Да. Лучше, где я пройду. Вот здесь. Да я когда тут был последний раз, вы рофлите, блядь. Ну, типа, тут даже можно их не ставить, просто контур портала. Вот здесь оно не прилетает в ебучку, во всех других местах прилетает. Короче, по костам смотреть, я буду потом смотреть со стороны Луны, со стороны Креста, там остальные смотреть. Маги. Копия, это имеется в виду копия кикать каст. Третий танк в итоге, что, Бьорна надо делать, получается? Я не помню. Да-да, Бьорн. Давай Бьорн тогда, спекнись, пожалуйста. Войд, помнишь, как танчить третью фазу? Это печально. Нет, там надо определенное место. Ладно, сейчас пиво расскажет, я потом расскажу. Место называется дать таунт под луч. Не, луч похуй, там главное катаклизм не поймать. Короче, Бьорн, твоя задача мелкий трэш собрать и подвести под большого фиолетового моба, чтобы он под ними умирал. Большого моба. Не надо, я сам повожу лучше. А может, ты на боссе лучше постоишь, блядь? Давай. А Войд половит большого моба. Мелкий просто в кучу трэш собираем, заливаем. И один танк водит, блядь. По нему, по трупам, по шарикам. Ну выходит. Вот я и говорю, медведь на мелком, Войд на большом. Подводит под портал со стаками, мы его добиваем. Сколько там, 15 стаков же надо? 25. 15. Сопрот надо больше пиву. Я на самом деле, может, на огонь зачарить. Пригодится. На второй. Что там еще происходит? Я помню, каких-то элемчиков надо было заливать под порталами. Да, да. Вот ключевое по метеорам. Я забыл, маги могут же три раза поймать. Маг два раза может поймать. Один раз поймал, второй раз глыбой. Нет. Да. Вообще-то, блядь. Первый раз жмет он так, второй раз он жмет глыбу в луже до конца, а потом нет. Третий раз он без дебафа. Нет? Ты, короче, понял, мне надо было через часика полтора приходить, да? Первый раз лишь со всеми вместе, типа, а потом второй соло. Короче, все хуйня. Главное на второй фазе вынести нахуй ебучую лужу посередине меток. Да. И закрыть метеоры. То есть, соответственно, когда катаклизм, вам нужно уйти из-под босса к меточкам. Вот это самое ключевое, остальное все залупит. Да, на вас вешается, когда уешная бомбочка, просто выйти из кемпа, чтобы не перекинулась, а ползущее пламя, я не помню, как точно дебаф. Взрывоопасный пламень. Взрывоопасный пламень выносите посередине меточек, и все, когда Рен прокомандирует нахуй катаклизм, просто уходите в меточки с эмилики, и все. Просто на вас этот ползущий огонек будет вешать дебаф, на входящий урон от огня увеличенный, и под катаклизм вас шотнет. Да. Ключевое вынести между меток. Допустим, первый пламень на край, второй пламень перед ним ровно.
Только не за свои метки, потому что там будет лужица огня, которая будет к боссу ползти. Соответственно, если будет в метку, то она просто в кемп зайдет, и ему все... Ну, между меток, я же сказал, между меток. Провожу тотализатор, сколько людей поймает пламень, вынося его, блядь, и сдохнет потом. Это ГП, нахуй. Не, ну первый раз, я думаю, по-любому можно просто посмотреть, потому что в любом случае, ну, не все тут были. Это прям 100%. Это просто. Еще на первой фазе вешается дебаф, потом нажатие спелла вешает КД вам. Надолго. На первой фазе. На первой фазе, то есть вам надо нажать... Еще шторм. Какой-то ненужный спелл, на шамане щиточек маны, на маге можно просто там себе ребафнуть щит огненный. Например. Называется нестабильная магия. Еще будет шторм. Когда скажут шторм, вам нужно набрать рейнджу 12 метров друг от друга. Ханты магии на дальнем рейнже, шаманы, совы на среднем. Вот тут вот перед кругом. Милики внутри где-то рассасываются. Ладно, давай запускаем, пускай посмотрят. Сейчас мы начинаем со стороны портала. Потом перейдем на ту сторону к трону. А можно приз? Просто я прослушал, или ты не назначал миликов в какие метки? Назначал. Значит, ты, Мортрес, короче, будешь череп смотреть. Хорошо, хорошо. А что ты хочешь отсюда начинать, Кирилл? Ну, первые два портала с этой стороны, а потом на той стороне. Или ты хотел по кругу, что ли, их закрывать? Ну, сначала здесь вот навалить шариков, закрыть вот этот портал и вот этот портал. А. Потом просто мы... перейти на другую сторону, закрыть этот. Ну, у нас было, мы с этой стороны начинали, то есть не справа, а просто с этой стороны. Они же без разницы, они крестом расположены. Блядь, как там, просто каст щит света же, правильно, да? Купол, который? Вроде да. А у Приста, как у ДЦ называется, купол света, да? Купол. Ну, они же меняли потом, да, там была хуйня. Да, щит света вроде как. Да, щит света. Давайте бить. Давайте еще один чек. Приста баф нажмите, пожалуйста. Дербич, это один баф. А это... Берса первой фазы это 86%? До 90% босса ударить, потом не бить. Да, вначале босса можно вообще не бить. Короче, когда последний моб будет, вам прокомандируют. До 90% добьете и все. Да. Короче, сейчас следим за дебафом, который на вас периодически вешается. Спелл левый нажимаете. И разбираемся на шторме, да. Больше никуда на первой фазе. Ну и раньше времени трэш начинаем долбить, пока танк не собрал. Давай, запускай. А не, Кирь, трэш-то похуй на самом деле. Там сам танк подведет, соберет шарик. Мили-атаками разрядится в какого-то РДД. Ну без... так он его отдельно пускай танчит и все. Первую фазу. Ну где-то, да, вот тут между метками поймал в сторонке. И танчишь. Короче, трэш на пул на Бьорна. На Войда большого моба. Винстон будет напуливать на Войда большого моба, остальные ханты на Бьорна. А Сэ может тоже в АУЕ там как-то напуливать, я не знаю, на Бьорна. Да, первый левый портал, ладно, правый портал закроем, где медведь. Все, не бейте босс слишком. Пошел трэш. Берегитесь. Нестабильное, скидываем. Ну, скорее всего, тут придется через рейд водить, все равно собирать. Войд, понял? Я просто постоял, пока потом пошел, собрал. Да.
в сторонке держишь, потом мы наубивали, ты провел. Берегите. Нестабилку. Так, шторм 15 секунд. Большой. Наш ты, рендж. У Сакру пиздана. Хант красиво побежал ко мне. В трусах вообще никого нет, смотри. Ну я говорил, шторм 15 секунд. Не видели, как люди начали разбегаться? Ну это мы падаем, да? Меня. Чё там по стакам? 12. У нас БР, Клизма, Цитаэль. Ну, опа, убейте. Ну, дай забей. Все, короче, упали нас. Дайте диван, пожалуйста. Ты зачем держишь в рейде моба? Ну ты провел и выявил. Давай этот потанчик боссом, я сам положу, короче. Давай. Ты провел и выявил, у тебя нету стаков. Ты ждешь, мы наубивали опять. Провел и выявил. Ты, тебе не надо тут стоять, ждать в АУЕ его дамажило что-то. Ну, его можно и не дамажить, когда он один стоит, блядь, в шарах. Берегитесь. Без моба, например. А еще не надо, блядь, выбегать на миликах в РДД. На шторме, да? Когда да. Я говорил... Ну, можно вообще одним на паре, стоять. В меня. Кому я говорил на миликах вот тут на круге рассасываться, блядь? Я же отошел от тебя потом, да? Ну, блядь, ты в меня вбежал, меня пропиздило, постоял, подумал, ушел, блядь. Нет, я не заметил ничего. Самый дальний рендж по краю. Маги, ханты отпрыгивают. Ханты с левой стороны. Между Оль, черепом. Зайди на ДЦ, а? Оль, зайди на ДЦ, пожалуйста. Угу. Между черепом и луной ханты. Между крестом и ромбом маги. Сзади. Пошли, спрыгнем. Винстон, затумольни. Быстрее будет. Да я долечу. Мы сейчас туманем, чтобы не ждали 20 человек. Ну это да. Ух ты, бля, я еще там в Наксе. У тебя приз в гильде, Оль? Нет. У меня же его не взяли в гильду. Сейчас возьму. Так, как зайдешь там в ЛФГ, дед, плюс они, наверное. Да, меня Витя уже инвайтнул. Все, все. Спасибо. Еще раз, когда говорят шторм скоро, вы уже можете расходиться. Первая фаза вообще, ПК, босса не надо бить, вы сейчас нахуярили его. Трэш тут тоже потихонечку зальет, там все соберет. Так и все равно мгновенно не берутся, поэтому не торопитесь. На метеорах, килы, вы двигаетесь в последнюю очередь. Нет, вы вообще пускай не двигаетесь. Нахуй надо? Ну, надо, мало пытаюсь. Ли там, блядь, то со стаками уже, если они видят. Вы последние метеоры только скрываете. Так, ходит только РДД. И милики с танками. Ты помнишь, да, то, что 3 человека на 1 метеор надо? Да, я расставлял людей. Ну, там танки соло, ШП соло, маг соло. Первый так, второй с глыбой. Первый так, второй с лучкой. Я не знаю, слышь, Кири, может на второй фазе дадим сразу Геру, чтобы не ебаться? Ты думаешь? Да, потому что это тяжело сейчас будет. Я прям уверен, да. Ну, блядь, в теории да. А там хуй на третьей фазе, а ФК в метке стоишь, нахуй, назад глыбу вынес, ветра вынес, блядь. Только там лодочка, блядь. На миликах шарик поймал, уебал весь рейд.
Ветра можно не выносить, они прохиливаются. А ну тогда тем более. Если не под ледяные метки, если вместе, то ну, лучше вынести. Ну там такого тайминга, по идее, нет. Прямо на коллапсе, бежать и все. Так что на тебе, кстати, Эрелла, нахуй не. Так, ачивка. А, это шаман. Ну, вроде все были готовы. Ты заебать в гильду сразу была? Том. Чива. Я запустил. Да, да, да. Ты сопрот выпей, он тебе ебало разобьет. Давай там на войде орехи, фул ходки по КД. На войде пиво не будет дамажить. Интересно, не ТП-шится. Да не бейте вы босса, нахуй он вам нужен. Непонятно, где он умирал. Скоро шторм. Просасывайтесь туда, вперед, вправо, дальше, кто может двигаться. Ты че, моба? Вот, нахуй ты его забираешь? Шариком-то? Что там по стакам? Один, два. Да вы бейте, бейте. О, назад собрались. Шторм прошел назад. Задний рейндж там может остаться, стоять. Точечно бейте, маленький. Не надо уешать. Берегитесь. 10 стаков. Води поактивнее там его. Да он не собирает сразу, блядь. Понятно. Что, можете маленько чуть-чуть. Надо мажить чуть-чуть. Вот поэтому сначала мобы набиваются в одной точке, потом рейд... Скоро шторм. Скоро шторм. Все, заливайте РДД, заливайте моба. Кто там говорил про 25 стаков? 15 стаков. Опа, нахуй. Вы знаете, в чем прикол? Хочешь, расскажу? Моба нельзя застакивать на шторме, потому что моб начинает его ешь, когда на нем 15 стак. Его нужно либо раньше, либо позже. Но не в шторм. Закрывать портал. Давайте чего пойдем. Момент я забыл. Ну, дизинфа про поводу 25 стаков, так что... Я сказал, что я не помню, пошел ты в пизду. Смотри. Ну, во-первых, набиваем мобов здесь, потом просто переходим на другую сторону. Пусть танк здесь собирает. Набили ему шары, пусть он собирает. Давай так. Не знаю. Набивали все время, стоит тут на месте. Ну, смысл, ему далеко вводить, нам дольше и больше урона получать, понимаешь? Кому ведется со стаками. Опять же, бомба подбивать можно до там... 300 тысяч.
на 14 стаках где-то. Давайте мы срез в середине. Он был застакан и пиздил по рейду. Плюс шторм. Ну, отсюда и трупы. Нет, там еще один момент. Войд, когда второй большой выходит, он должен быть на тебе, чтобы РДД его залили. Он нахуй не нужен. А они по рейду гуляли. Ладно, сейчас тогда сейчас стаков 7-8 соберу, шторм дождусь, 15 соберу. Это, конечно, надо делать раньше, до второго шторма. Ну его надо, я тебе говорю, мы быстро сливаем. Он собрал. Слили еще, опять собрал. Короче, ты предлагаешь уходить? Да. Ну, надо... типа, блять, у нас нет варианта его после первого шторма, он не успеет набрать после первого шторма. Но и закрывать нужно после второго шторма. Не, почему, если вы будете точечно бить, то я прям в рейде могу водить. Сейчас разберемся, короче. Морная. Пристабав, дай, пожалуйста, Паш. Ни за что. Там есть ДЦ со вкачанной стаминой. Запустил. Тут все кольцо не сменилось или что? Рун. Спасибо. Теперь первое. Но только у меня одно кольцо в банке осталось. Короче. Вот джип стоит. Хуйня. Он только для инженера. Я не инженер, у меня нету банка у Джекса. Ладно, пофиг, так буду. Он без одного камня и с неокушенным кольцом. Че, нормально, зато дисплеем не промахнешься. Вы ж меткая ДТшник. Меткий и быстрый. Сервак или я опять? Ты? Ёбаный прокси, отвис. Берегитесь. Ребят, если вы кучнее будете стоять, вам не надо будет танком бегать. Встаньте в один темп, потому что он не разбежит. Шторм 10 секунд. Верис прохил. Не знаю, где стоит. Инстант. Левый урон ловишь. Суицид не выход. Это было очень смешно. Че он сделал? Упал, что ли? Он мимо меня просто пробегает и прыгает вниз. Так это маленько залезь, ОУЕ. Перетягивай маленьких, мобов на другую сторону. Перемещайте рейд. Он доберет сейчас последний стак и поведет его закрывать портал. Все, ебашьте РДД, все ебашьте большого. Далеко от портала. Нормально. Или нет? Нормально. Достал. Берегитесь. Готовьте шторм скоро. Сейва не будет. Там шторм, ребят. Берегитесь.
Так, надо быстренько сейчас за уешечку моба и так и добрать до шторма. Чуть-чуть сыграть и ауе. Не сильно. Дальше его протяни, там начнем шагать. Блин, 14 сейчас будет. Все, закрывайте быстренько, убили большого. Прям быстро, быстро. Надо начать. Че, мы в итоге по кругу идем, да? Ладно. Да похуй как ты. Что? Большого одного слейте на танк. Уберите трэш. Шторм. Я зависла. Утро хилю. Завис. Гимн на хп там, да, я чью? Классный прокси. Я надеюсь, загниет каждый, кто играет на X1. Берегитесь. Давай просто переведем, чтобы посмотрели дальше. Минус хил. Ты вылетел? Я завис. Я тоже вишу опять. Бьорн, Войд падает. Побольше ауе, да? Берегитесь. Стоит агро, камушка агро. Так, стоп, 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 не бейте, все, доведу и заливай. Все, заливай. Берегитесь. Шторм. Ну, пизда. Я отвис. Он вылетели, да? Ну, хила уже нет, отвис. Мы на шторме, блядь, по 30% постоянно. Что-то пошло отвис. Не по плану. Ебучий Сирус, блядь. Отлагает, да. Вот пока, блядь, тупое быдло донатит себе кузни и прочее говно, происходит вот это, и будет происходить. Черта. Все стрельба. А так бы просто Сируса не было, и все. Нигде бы не играли. Берегитесь. Бля, ну уже лучше, уже три портала закрыты. Мы идем с прогрессом. Я это за кольцом фастом метнусь. Давай я тебя суману. Винстон тоже. Покинь тело, пошли суману. Ребят, кто-нибудь один покиньте тело, пожалуйста, на суману. Перезайду. У меня вот здесь такая хуйня была, пинта лагала. Угу, все бить. Это стучка на коне. Ну блин, тут я его честно выролила. Я еще в те далекие времена почти фул ЕП за него отдала. ЕП за коня руху. Да. У нас конь, поэтому по ЕП аукциону был. Нормальная такой тема. Весь лут можно, типа, хоть на распыл. Ясно. Нет. Не надо, не позорься нахуй. Давайте быстрее поднимайтесь. Еще один ревок, потому что... Нет, так-то я после первого шторма успеваю вообще без проблем.
Дербич. Спускаю. Кирилл, сними с меня мед. Поснимай ассистов. Скоро шторм. Резать его клизму. Блядь, в один темп встань, так же и продолжай. Ауе маленько, дайте помогу. Ребафните вара. Все, потише, 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 потише. Все, веду быстрее. Так, быстрее. Бейте, бейте. На шторме РДД советую хилиться, начинайте хилить соседей. Подамажить не успеем. Скоро. А нет, не скоро, 15 секунд. Все, расходимся. Бутера, Редвара, Хосе. Ну где вы, милики, блять, умираете? У вас рейндж внутренний круг, а не, блять, край. Пиздец нас. И не с той стороны, где нету людей. Моба, который в центре стоит, убейте. Берегитесь. Дайте больше по моему, пожалуйста. Сейчас заливайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, Бьорна, Бьорна. Скоро что? Берегитесь. Зашлись. Гимн на хп нажми, там мочи. Смопами не надо по рейду бегать, от рейда и так далее, блять, за танк ставьте, то не стрелял, собирает все. Берегитесь. Блять.
такое расшторм. Ну заливайте моба, уже заливайте. Берегитесь. Сейчас после взрыва будет сразу шторм. Пизда вам. Не пустили. Да, пора начинать уже джайну. Сегодня попал. Че он начинает джайну, Максим? Да, 86% или сколько берсата? 90% Кей, ты че, блядь, упал? Лошара. Максим, ее нельзя бить, успокойся, ее не надо бить. Надо закрыть портальчики. По-большому топнули, не бейте вообще его, на 10 атак. Блядь, успеваю бы шторма, должен. Кейта надо резнуть, Эрис. Все, закрыли быстренько. Все влились. Зашли. Нормально, сейчас шторм будет сразу. Нормально. Пошел. Бьорна дохил. Готовьтесь, очень кнопочка будет. Ну, блядь. Будет кнопочка, готовьтесь. Хуёпочка. Да, блядь, Долоран не убегать может. Мобов убейте, пока кнопки нет. Потому что может не откинуться. Жаль. И держим. Ох, ебать, блядь. Да мы падаем, да? Зачем? Бьём босса. Смотрим, так, где мало людей. Трёх, так их меняем. Испепеляющие лучи, где мало людей, блядь. Кромбик, походу, нет. Пиши кромбик. Хорош. Выносим. Морфос, Эрис, Эминен, Дербис, Тирус. Ну, блядь, так как на мне забирай. Я не могу, блядь, у меня нету нахуй ДБМа. Чё, я один. Да? Пизда. Бьёрн, ты тоже ни разу не был? Зачем тебе ДБМ? Чтобы дебафы на себе видеть нормально. Так а вон же написано в чат, огненный шар, войд. Tell me when, wait аура. Блять, заебал Мишаня, вот смотри, на трех стаках. Я какого хуя он стал решил шар. Выпить. Потом это, вот смотрите, видели, да? Вот лужа, метеор и дебаф. Все, вся вторая фаза. Это вот коллапс. Эта хуйня ползет в центр. Вот в эти огневороты нельзя наступать, поэтому их разливают между метров. Ну, у нас минус ДД раз. И хил скоро уйдет. Не знаю, я лагаю пиздец каждый пол, поэтому я не вижу смысла мне сидеть. Мне реально провис на 10 секунд. Да, я тебе больше скажу, Киря, мы не убьем ее, можно расходить. Ну, типа, я реально, типа, я просто лагаю, это смысла вообще никакого нет от меня. Тут люди вообще не знают, что делать. Это долго надо. Что, ну, сорян, но я, наверное, вообще реально. Просто эти лаги, это пиздец. Да, Мишань, на второй фазе там по 300. Спасибо тем, кто на X1 заносит. Все, пиздуйте спать. Ну все, Ро. Да ну это пиздец, это надо, блять. Это часа два надо. Киря, один ЕП? Да, заслужили. Один за попытку. Камень не тратьте, там портал есть.